Во Владивостоке открылась 30-я международная строительная выставка «Город». В этом году экспозиция общей площадью почти 9000 квадратных метров развернулась в комплексе «Фетисов-Арена». В ней принимают участие 126 российских компаний, производителей строительной продукции и 29 компаний из Китая. Дорогие друзья, уважаемые участники и гости выставки и форума, я объявляю юбилейную 30-ю международную строительную выставку «Город» и Приморский строительный форум открытым! Сегодня строительная отрасль края находится на подъеме, а в регион приходят зарубежные инвесторы, в том числе из КНР. В настоящее время китайская компания «Китайстрой» строит музейно-театральный комплекс в центре города Владивостока на улице Аксаковская. Строительная инвестиционная корпорация провинции Хэлунцзян рассматривает возможность реализации проектов именно в области строительства. Компания из Шанхая Time Stage в настоящее время разрабатывает проект реконструкции Приморского краевого академического театра имени Горького. Все эти проекты говорят о том, что международное сотрудничество с Китайской Народной Республикой также затронуло и строительную сферу. На выставке демонстрируются инновационные технологии с использованием искусственного интеллекта, 3D-моделирование, беспилотные летательные аппараты для обучения, промышленные роботы-манипуляторы и климатическое оборудование. Представлен широкий выбор строительных материалов и оборудования для их производства. На открытой площадке демонстрируется различная спецтехника – краны, бульдозеры, экскаваторы, рефрижераторы, погрузчики. Надеюсь, что сегодняшняя выставка позволит вам плодотворно поработать, завести новых друзей, заключить контракты на строительство и оказывать содействие нашему строительному форуму. Основным трендом на выставке является строительная продукция и услуги для обеспечения зеленых стандартов, энергоэффективности при реализации национальных проектов «Жилье и городская среда» и «Экология». Презентации и мастер-классы от производителей строительной продукции будут идти на выставке по 26 апреля. Вход свободный. Артем Белов, Диана Иванова. Новости на Восьмом.